Хей-хей, друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу мод на стенд для брони для Майнкрафта PlayStation. После установки этого мода в вашем гараже появляется настоящий стенд, на который вы сможете повесить всю вашу броню. Друзья, собственно, этот стенд выглядит примерно вот так. Здесь у нас у меня уже повешена броня, к примеру, такая золотая броня, и наверху у него даже написано имя. Есть еще вот такая броня, друзья. Вот, и давайте разбираться с этим модом. Во-первых, эта штучка находится вот здесь. Она выглядит, к сожалению, как палочка, но будем надеяться, что в скором времени ее исправят и сделают немного получше. Выглядит она так. Вот теперь берем броню, можем начать даже с конца и просто тапаем вот по этой штучке, друзья. Главное тапать именно броню. Если вы стукнете рукой, то вся конструкция ваша сломается. Вот так она выглядит. Если присмотреться, то эта броня даже шевелится. К сожалению, это всего лишь скелет, друзья. Да, это заменённый скелет, но это выглядит очень круто, и также вы можете забрать вашу броню, для этого вам придется просто ее ударить, после чего с нее выпадут кости, и выпадет также ваша броня, в том числе и стенд. Это очень классный мод, но его еще можно доработать, но сейчас он уже и вправду очень классный, потому что на него мы можем даже повесить любую, прям любую броню, друзья. К примеру, вот делаем вот так, и как видите, у нас смешанная золотая броня с железной. Это очень классно, мы можем смешать также с алмазной броней, с кольчужной и с много-много другой броней, и все это будет работать, друзья. Это замечательно. И как видите, все выглядит без багов, но также вы можете заработать на этих стендах и можете заработать именно косточками, да, стрелами, друзья. Это очень классно, но не все стенды, к сожалению, лопаются с первого раза. Как же здесь много брони, это любая мечта в Майнкрафте, друзья. Ну что ж, на этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.